Всем привет, друзья! С вами снова Катя. Мы продолжаем проходить третьего Ведьмака. И эту серию мы начинаем с Новиграда, потому что нам нужно забрать награду за задание «Черная жемчужина». Вот, где мы помогали мужику забрать, короче, жемчужину на Скеллиге. Геральт, ведьмак и ловец жемчуга. Прошу, вот твои деньги. Ты их заслужил. Без тебя я бы не справился. Оно того стоило? Думаю, да. Летте должно быть приятно. Она что, ничего не сказала? Летта ничего уже не говорит. Давно. Понимаешь, Летта больна. Что-то у нее, что-то с головой. Сначала начались провалы в памяти. Потом она перестала людей узнавать, даже меня. А теперь и не говорит уже. Я-то думал, как увидит она эту жемчужину, хоть что-то в ней проснется, она хоть поулыбается. Знаешь, мы часто говорили об этом глупом обещании. Это у нас шутка была такая, только наша. Много лет, но не помогло. Мне очень жаль. Мне тоже. Мне тоже. Ну, будь здоров, Геральт. Счастливого пути. Блин, а что, задание за это все, что ли? Ну, ё-моё. Я бы помогла, что ли? Не знаю. Так, ну ладно, сегодня мы с вами идем по ведьмачьим заказам на Скеллиге. Так, вот, например, морские дьяволы. Так, где у нас тут ближайший путевой знак? На площади остался. Что-то как-то грустно, если честно. Блин, ну не знаю. Неужели мы ничем не могли помочь? Может, как-то к целителю жену отвезти или еще что-то в этом роде. Так, Вим Вивальди. Нет, мне к тебе не надо, потому что мне у тебя деньги обменивать не надо. Ну, не знаю, что-то как-то грустненько все очень. Так, поговорить со свидетелями случившегося, да? Ну, давайте. Со слов Йеннифер из Венгерберга, на Скеллиге... Ой, блин, вот что раздражает в этой игре, помимо всего прочего, это вот эти вот загрузочные экраны дичайшие. То есть ты каждый раз, когда перемещаешься на определенную крупную локацию, там, Скеллиге, Новиград, Велен, ты слушаешь вот эту кат-сцену, постоянно повторяющуюся, одну и ту же кат-сцену. Но с помощью ярла краха... Это не есть хорошо. Вообще не прикольно. Вот вообще, когда слушаешь раз по 100, это вот это вот одно и то же, то, да. Ты Рюрик? Я слышал, ты был в лодке, на которую напали утопцы. Да, вместе с Ульфом, моим двоюродным братом. Мы собирали ловушки для крабов около скал Кьерок. Ульф потянул за веревку. Тяжело ему было, я уже решил, что там полная клетка, что хороший улов. Тогда что-то рвануло веревку снизу. Всего миг, и Ульф был уже под водой. Я звал его. Раз, другой, третий. Вдруг вода стала красной от крови и разнесся ужасный запах. Вроде гнилья, только хуже. Когда утопцы перевернули лодку. Я и сам не знаю, как доплыл до берега. Должно быть, Фрейя меня хранила. Или чудовища уже наелись. Спасибо за рассказ. Да. Платвичка родненькая, зайенька. Так, с кем тут еще поговорить-то можно? С тобой? Ты Туве? Мне сказали, что твоего мужа убили утопцы. Сперва море забрало у меня сына, теперь мужа. Осталась я одна. Вилли, наш сын, не вернулся слова. Муж каждый вечер ходил на скалы Кьерок высматривать его лодку. Я говорила, что ему этим жизни не вернешь. И сам, говорю, сгинешь. Слышал ведь, что там утопцы живут. Только не сиделось ему. Брал он свой старый плащ и шел. Когда он однажды ночью не вернулся, я позвала брата. Мы взяли факелы и отправились его искать. Мюрдья, блин... Утопцы так его изранили, что я только по этому плащу его и узнала. Я знаю, что это небольшое утешение, но обещаю, что ваша беда с утопцами скоро закончится. Будь здорова.
Мне показалось, или женщину озвучивали два разных человека? Это мне очень напоминает вот проблему с озвучкой первого Dragon Age. Что там тоже такая же хрень была. Что разные люди озвучивали одного и того же персонажа. Причем, блин, реплики шли подряд. Зашибись, конечно, просто зашибись. Ну ладно, кто я такая, чтобы судить и придираться? Так, надеюсь, я здесь не навернусь нигде, не? Ну, не должна. Очередная жертва. Черт! Ау! Что так больно-то? Сдохни. Так. Этот смрад. Точно утопцы. Где-то рядом их логово. Где-то рядом. Так, роголистник. Ну ладно, поплыли, короче. Запах, наверное, стоит просто божественный. Нет. Блин, Герочку видно. Так, мне кажется, что надо вылезти здесь где-то. Или нет? Так, наверное, они где-то... А, нет, Геральт! Капец, блин, съехал, конечно. Так, найти гнездо утопцев, используя ведьмачье чутье. Так ведь еще хрен найдешь его. Хрен пойми, где оно, на самом деле, может быть, это гнездо. А я еще опять куда-то съезжаю, блин, тут ни скалы, вообще ничего среди них не видно, ты ебаная мать. Так, по-моему, я куда-то не туда пошла. Так, ну окей, хорошо. Сейчас попробуем сплавать обратно. Так, Не? Да нет, это я бы не сказала, что это оно. Что, где может быть их логово, блин, я не знаю. Куда может вести этот запах, это странно. Так. Так. А ничего, что запах пропадает? А, тут пещера есть. Так. Где? А, вот оно. Вот оно что? Вот оно как? Я все думаю, что такое? Так, кости. Следы на стенах. Вам, наверное, должно быть очень темно, простите, ребята. Но я кошку не буду жрать, потому что, скорее всего, наверху будет достаточно светло. Я, по крайней мере, надеюсь на это. Так, Герочка, пора всплывать. Ну да, тут относительно светло. Так что кошку есть нет смысла. Это вонь. Ил и пакль. Какая гадость. О, еще утопцы. Мне их типа завалить надо или что? Или где? Так.
Сколько они тут людей-то завалили, охренеть можно. Так, это, походу, выход, да? Ну, типа, да. Ясно. Но мне их надо завалить, этих утопцев. Хорошо. Таз. Следы когтей. Длинных и широких. Такая музыка вообще. Ну, пофиг. Ну, давайте, что ли. Что ли, я не знаю. Грибочки, грибочки. Много чудовища. Но, кажется, не утопцы. Почти не тронутые, припрятаны на потом. Утопцы так не делают. Так, ой-ой-ой. Синяки на шее, раздавленная гортань. Задушили. Давайте сохранимся от греха подальше. Обломки лодки, порванные паруса, канаты. Можно сказать, морская декорация. Этот смрад, следы на телах. Это должно быть логово водной бабы. У них тонкий нюх, она не вернется, пока я здесь. Хотя, если она терпит утопцев, может, достаточно будет сделать вытяжку из их желез, чтобы замаскировать мой запах. Так, окей, подождите, а... Какая-то абая. Это кто она у нас? Так, проклятые, может, нет. Реликты, трупоеды. Абая. Чё против нее поможет? Квен и Игни, да? А еще масло против трупоедов. Хорошо. Так, алхимия. Я могу сделать эту штуку? Так, зеленый мутаген можно зафигачить. Зелье из феромонов утопца. Отлично. Так, алхимическая субстанция. Ну, давайте сделаем. Так, изготовить эликсир и перебить с его помощью свой запах. Хорошо. Так, как оно выглядит-то? Ага, вот оно. Можно вместо кошки пока поставить. Так, ну давайте. Должно хватить. Придется где-нибудь спрятаться и подождать. За теми шлюпками. Ой, тут сундуки. Надо будет его не забыть только. Фу! Фу, какая гадость идет. Так, убить водную бабу. Ну, давайте. Давайте-ка завязаем масло против трупоедов. Быстрее закошмарим. Гори, 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 гори. Фух. Ну, это оказалось на самом деле довольно простенько. Хотя у меня стоит это вот поднятие уровня противников до моего. Ну да ладно. Так, я сундуки хочу забрать. Тут даже два сундуки. Так, отвар из водной бабы. Отлично. Отлично, Иволга. Так,
Ага, алхимия. Так, что я могу сделать? Я могу сделать отвара. Отвар из водной бабы, давайте. Так, отлично. И волга не хватает. Блин, мне нужна белая чайка. Надо ее, короче, где-то достать, где-нибудь купить. Я прям, ну надо, наверное, надо. Прям надо. Так, ой. Все, со всех собрала. Ну, вроде как да. Все, можно спокойно возвращаться. А, не, я еще здесь его не собрала. Так. Как отсюда выйти? А, так. У нас же где-то здесь выход должен быть. Надо сейчас помедитировать немножко. Чтобы восполнить зелье, а то как бы печально все с ними. Так, отлично, есть где... Блин, серьезно, Геральт, Гедрит твой... Блин. А-а-а! Боже, меня убивает управление. Ух ты, какой маяк. Мне кажется, ли это тот самый маяк, на котором мы с вами были, я не знаю, не уверена. По-моему, это он. Так, вот это зелье можно снять, наверное. Что мы вместо него вообще поставим? Так, улучшенная кошка, отвар из туманника. Что у нас есть? Скорее восстановление энергии. Так, улучшенная ласточка. Давайте улучшенную ласточку поставим. Все на хил. Все на хил. Надо сохраниться. Надо сохраниться. Надо сохраниться. И потом помедитировать, чтобы... Зелье Рафара немножко восстановить, а то как-то без него совсем все печально. Я думаю, что сегодня мы с вами успеем по еще одному ведьмачьему заказу сходить. И потом можно будет пойти уже по сюжету. Такие вот дела. Конечно, дождь здесь смотрится довольно странно, учитывая, что все здесь в снегу, как бы типа холодно. Так, Герочка, только не умри, умоляю. Нет, слава богу, господи. Та анимация съезжания спасла меня сейчас от великого урона просто. Ну и ну. Чувак, а чувак, заплати мне, чувак. Работа сделана, а вот доказательства. А на что мне голова дьявол? Это что за дьявол? Водная баба, старая хитрая особь. Это она источник всех ваших бед. Я много мерзости в сетях находил. Мурены, миноги, скаты. Ну вот такого. А чем тебе скаты не понравились? Прикольное создание. Возьми свою награду. Ты заслужил. Спасибо. Спасибо. Прощай. Да, пофиг. Чем, блин, ради денег что ли это делаем? Конечно же, да. Так, ведьмачьи заказы, заказ пропавший жених. Вот как раз вот это задание, на которое я хотела пойти. Может быть, мы даже сегодня успеем на 3 задания, возможно, сходить. Где у нас здесь был торгашек? Здесь у нас, ага, травник. Ну да ладно, в принципе, не так много занято места в инвентаре, поэтому ничего страшного. Так, ну погнали. Хорошо, хоть здесь не приходится бесконечные катсцены смотреть, ну серьезно. Так, 22.05, надо помедитировать чуточку. Сейчас посидим, отдохнем. Потому что задание надо начинать с утра. Вообще, мы, кстати, с вами стали набирать очень быстро уровень, потому что, ну вот смотрите, мы только-только... апнули 22-й, уже набрали его наполовину. Быстро качаемся, ребята, быстро качаемся. Даже прям слишком быстро. Видно, ты не местный. Что тебя занесло на спикерол? Кажется, у вас здесь есть какая-то работа для ведьмака. Ну да, сестра мне всю плешь проела. Вот я для вязчего спокойствия и вывесил объявление. По правде сказать, я и не рассчитывал, что кто-то заинтересуется. В чем дело? Да вот жених у сестры пропал. Люди болтают, что он просто сбежал из деревни.
А она вроде как видела, что его чудище утащило. Мне кажется, ты не веришь в эту историю с чудищем. Всякое между ними было. Нильс бегал за юбками, и сбрить сладить непросто. Но все-таки семья — это святое. Ты займешься этим делом? Думаю, найти этого Нильса будет непросто. Так что награда слишком мала. Если ты приведешь его домой, то я денег не пожалею. Я бы хотел услышать точную сумму. Сперва я хочу услышать, что стало с Нильсом, в точности. Согласен. Посмотрю, что можно сделать. Серьезно? Для начала просто я хочу поговорить с твоей сестрой. У Нильса и Брит было любимое место. У скал к северу от деревни. С тех пор, как он пропал, она все время там сидит. Ну еще спасибо, бы. Спасибо, я пойду. Влюбленные женщины такие. Уже намазали, герой? Ой. Мне так нравится вот эта тут. Вот эта мелодия прям. Блин. Она такая красивая. Я помню, когда первый раз слушала саундтрек к Ведьмаку, я просто плакала. Слушала и плакала. Это настолько красиво было прям. У меня до сих пор трогает саунд. Я должен с тобой поговорить. Оставь меня. Ты видела, как пропал Нильс? Видела. Тень. Огромные крылья. Будто туча прошла по небу. А потом я услышала крик. Оно схватило его и унесло в сторону пещер на побережье. Так она точно такая же, как и вот эта вот Брикстора, или как ее там. Я попробую его найти. Надо осмотреть пещеру. Господи. 510 метров, мамочки. Куда переть-то? Ой, вы, серьезно? Так, туда надо ехать на лошади. Платвичка, родная моя, солнышко, мы так давно с тобой не виделись, ну серьезно. Пошла. Я соскучилась по своей сломанной кобыле. Куда? Куда? Куда надо? Так, я здесь смогу вообще? Смогу вообще выехать наружу здесь? Я надеюсь, что смогу. Да, смогу. Нормально, все нормально. Ехать далеко. О, дозорные стоят. Молодцы, ребята. Молодцы. А то мало ли какая хрень, блин, из леса вылезет. Так хоть предупредить успеете. Все правильно. Ой, что-то здесь интересное. Так. Да, блин. Как слезть с лошади? Боже, я уже забыла управление. Ну, не пуск его. Воу, 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 спокойно. Так. Хрена себе вас здесь набралось, жалкое ребята. Жалкое зрелище. Воу, 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 воу. Ау, 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 да блин, что такое-то? Так. Со щитовиком в последний момент будем драться, все как обычно. Да твой. Какой Игни? Ты чё, дебил, что ли? О, господи. Ох. Все. Святые коровки. Как это было тупо. Так, лагерь бандитов, да? А, кстати, еще один выжил. Так, алмазная... Че, это все, что ли? Тьфу ты, ядрить-то налил. Че ты, блин, тут начинаешь вообще, а?
Так, надо лут собрать. Путевой знак даже есть, отлично. Так. Щитовик. Пить. Угу. Все. Готовчинские. Плотвичку погнали дальше. Ты что делаешь? Плотва, с ума сошла, что ли? Своего хозяина бить охренела? Сумасшедшая лошадь. Не, ну а что он делает вообще, что ли, больная? С ума сошла. Так, все, спасибо, плотвичка, что довезла. Погнали наших городских. Как же здесь воняет падалью. Хлопцы могли бы поднять Нильса в воздух. Так, а что у нас здесь такое? Ух ты, ёжи мать. А я здесь, интересно, перепрыгну? Перепрыгнула. Так, письмо. Письмо Ингеборге Калипсдоттер. Дрожайшее сердце моему Ингеборга. Бла-бла-бла-бла. Прибыл в крепость Тирших в первый день лета. Немного в ней задержался. С ярлом не один кувшин меда выпил, пока оба не подружились. На исходе одного из дней ярл Торгейр меня вызвал и велел с ним на спикеровок ехать, чтобы я ему показал, где сирена чаще всего охотится. Так мы и поплыли. Скажу тебе, моя горная козочка, такого воина, как он, я еще в жизни не видел. Увертливый, как пескарь, а сильный, как медведь. Как напали на нас сирены, я еще за топор схватиться не успела, он им уже в полете кишки выпустил. К тому же оружие у него пристранное, вроде как арбалет, но такой маленький, что он его одной рукой держит. Знаю, что чертеж к нему у него во вьюках, потому что я как-то раз посмотрел, когда он его был упаковавший. Как он заснет, я чертеж попробую перерисовать и нашему кузнецу Ван Скеллик отнесу, чтобы и мы от сирен защищаться могли, если бы бестии сюда вернулись. Бла-бла-бла, с рассветом выступим дальше, сирен здесь много и все их больше. У меня уже от махания мечом руки деревенеют. И дыхание сбивается от усталости. Но мысль тебе придает мне сил. Чертеж арбалет школы медведя. Охренительно, по-моему. Ведьмачий, ну отлично. Очень круто, по-моему. Так, все, можно спокойно идти и бить этих гадостей дальше. Так, что у нас здесь? Так, еще тюки. Так. Покажи, что умеешь. Ой. Блин, я застряла. Серьезно, опять? Сколько можно уже? Геральт, твою мать. Бесящее создание. Блин, меня раздражает, когда вот он вот так вот. Так, что тут надо осмотреть-то? Мелюзина, безумная и грозная владычица глубин. Видно, когда-то ей здесь воздавали почести. А, все что ли? Так, мне кажется, надо куда-то... А, так, что-то... Странная окраска чешуи. Это необычная сирена. Та же самая чешуя, что и на алтаре. Культ Мелюзины возник не просто так. Наверняка это ехидна жила тут очень давно. Так, Мелюзина, кто это у нас? Реликты, скорее всего, да? Нет. Не проклятые. А, гибриды, окей. Так, Игни, Арт, масло против гибридов. Хорошо. Я поняла.
Так, огненные бочки. Похоже, мне не удастся заюзать бочку. Не получилось. Правда, не на всех, конечно. Так, что у нас тут есть такое? Вот это вот что вообще, спрашивается? Хрен пойми. Может, это типа она хвостом своим так вот прочертила, прошерстила, прям не знаю. Так, надо сохраниться. Ой, блин, зачем? Мне кажется, это Нильс. Это, наверное, Нильс. Какая-то тварь так уронила вот это вот и баба, блин, уронила, а значит, скорее всего. Брит не обманывала. Скорее всего, вот эта тварь, да. Фига себе, блин. Женщина. Так. Масло против реликтов. Ща, как оно выглядит, господи. А, нет, подожди, по-моему, она гибрид, да? Я уже просто... Ну и тварина, охренеть можно. Да, она у нас гибрид. Так, где у нас масло против гибридов? Давайте. Сюда иди, эу. Сюда подошла? Что? Серьезно? Она сломалась. Фу, блин, она такая слабенькая, серьезно. Вот и все. Капец, она простая. Блин, неинтересно. Ня. 4 удара всего. Целое, блин, зелье из-за этого просрала. А, нет, там масло же не нормально все. Ну, блин, неинтересно-то как. Чё за фигня? А как теперь обратно пройти, а? Вот мне спрашивается. Видимо, придется перейти через... Как вообще тут вернуться-то, ё-моё? А, все, нормально, можно по воде пройти. Так, лошадка моя где-то там должна быть, где-то здесь. Платричка родненькая. Латва. Спасибо, игра. Я знаю, что это моя лошадь. Я, блин, в курсе вроде как, что это она. Но... Все, погнали. Может, сегодня успеем? Да, в принципе, успеем сегодня с пикировок до конца исследовать. Тут осталось 2 вопросительных знака на карте каких-то интересных. Надо глянуть сейчас. Бандиты вроде как не отреспавнились. Это хорошо, по-моему.
Так все-таки много энергии-то у лошади, а вот уже, блин, прокачали ей эти сумки, отлично. Или что там ей дает выносливость, я уже... Че? Нахрен иди. Дебил, что ли? Давай-давай, лошадка, я знаю, что ты можешь здесь спуститься. Все. Мастер-ведьмак! В пещерах на побережье поселилась старая Эхидна. Я ее убил. С трудом. А значит, Брит говорила правду. Нильса похитила чудовище. И убила его. Тело лежит в пещерах. Я должен за ним сходить. Ты скажешь, Брит, что стало с ее женихом? Ты сам должен с ней поговорить. Ей понадобится поддержка брата. Не умею я с ней договариваться. Но ты прав. Я сам должен это сделать. Страшно глупо я себя чувствую, что собственной сестре не поверил. Возьми вот, ты заработал. Спасибо. Бывай. Спасибо. Так, торгашек. Торгашек. Торгашек, у тебя остались деньги? Скажи, пожалуйста. Давай. Покажи. У тебя деньги. О, у тебя остались деньги. Отлично. Давайте ему продаем всякую хрень. Это что такое? Дневная звезда. Ну, такое себе. Так, что я еще продать-то могу? Трофей призрака. Дополнительное золото, да? Не сказала бы, что мне это надо. Так, ну все. Спасибо. Бывай. Надо будет трофей потом отнести в наше хранилище. Так. Доп. Опыт за смертельный удар по человеку, да? Давайте носить вот этот вот точный трофей, почему бы и нет. Потому что, ну что мне эти дополнительное золото? У меня почти, блин, 10,5 косарей, блин, денег. Куда мне их девать вообще? Солить, что ли? Так, ну погнали тогда сегодня. Откроем еще вот эти вот вот это вот последнее неизвестное место здесь. Тут еще, он, конечно, куча всего есть. Но я думаю, что это все либо контрабанда, либо просто спрятанное сокровище. Но я сейчас не горю желанием плыть, это долго и много времени тратит и сил. Может быть, как-нибудь там сама схожу. Но это такое себе, не знаю. Бесполезное затягивание геймплея, как мне кажется. Потому что тут и без всяких вот этих вот купаний хватает дел, которые можно сделать. Так, мне явно не сюда, да? Закрыто. А, ясно, я поняла. Все окей, ясно. Через старый дом Дальрика надо идти все-таки. Хорошо. А, ну да, я чтоб типа дальше не ходила. Так, а тут как-то дом и не обойдешь ведь, да? И не выйдешь тут особо. А, интересно, интересно. Интересно. Так, а как же залезть тогда? Может, вот здесь вот? Нет. Хм. Как сюда залезть? Это странно, реально странно. Как залезть-то в эту башню, ё-моё. Так, ну ладно, карта меня, наверное, по-другому как-то повезет. Окей. Давайте пойдем по карте. Я просто реально не знаю, что странно это. А, блин, подождите, карта меня ведет по заданию, твою мать. Господи, а все так просто было, можно было просто залезть по камешку и все. А, так тут еще и проход вот. Тут
То есть я типа могла просто дома обойти, что ли? Да нет, мне что-то кажется, что нет, не смогла бы. Ну да ладно. Главное, что я залезла куда надо. Геральт, господи, не пугай меня так, чудо мое в перьях. Точнее, чудо... О, место силы. Отлично, отлично. Место силы — это круто. Это место силы. Давайте. На Игне, кстати. Спасибо. Так, одно очко умений. Давайте прокачаемся. Что мы с вами прокачаем? Так, у нас что тут? Когда откроется-то? На 28 уровне, на 26, на 30. Ясненько. Ну, давайте тогда прокачивать, что у нас есть и так. Да. Отлично. Так, малый красный мутаген, кстати. Давайте сделаем мутагеном. Почему бы и нет? То есть не то, чтобы оно нам как-то надо было, но пусть будет. Вот такие дела. Давайте на этом тогда заканчивать. В следующей серии мы с вами... я даже не знаю, куда мы с вами пойдем. У нас охота за сокровищами он есть. Можно вот это посмотреть, кстати. Или я не знаю, или... Ну ладно, давайте в следующей серии вначале сходим вот по вот этому вот заданию, драгоценный груз. Где она у нас тут? Ага, она у нас вот здесь. Ясно, ясно, ясно. А потом уже-то, короче, пойдем по сюжету. Вот. Ну а на этом пока что все. Всем большое спасибо за просмотр, ребятки. Всем пока-пока-пока.